И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Teaching Corporated. На связи с вами ваш доктор и подработник, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем прохождение Sonic Lost World, потерянный хер. Продолжаем прохождение. Посмотрим, что вот как, с чем едят. В прошлый раз мы с вами собрали все кости, надо, собственно, резко сделать, я все время забываю. Надо убедиться, что я там ничего не удалил, потому что реально хорошая нарезка вышла. Так, ладно, отправляемся, на всякий случай вебку вырубаю, а то мало ли мы сейчас пойдет. Ну, тут должна пойти катсценка. Ну, постараюсь ее озвучить даже за фоном, как делал в прошлый раз. Надеюсь, нормально вышло. Погнали. Ребят, всем привет еще раз. Еще раз, потому что впереди вы увидите сейчас прохождение. Но случилась такая ситуация там, что поломалась аудиодорожка из игры. Моя озвучка сохранилась, потому что она записывалась отдельно. Я очень долго провозился с этим прохождением. И по какой-то причине озвучка не записалась, игровая именно. То есть звук из игры пропал. На анимации я его наложу, там проблем нет для меня. И я еще наложу дорожку чисто звукового прохождения. Ну, точнее, музыки фоновые, это я смогу сделать. Но по поводу вот ударений по всем остальным я этого сделать не смогу. Поэтому я постараюсь как-то это вот плюс-минус исправить. Ну, косметически сделать. Но я говорю сразу, что почему это все произошло. Чтобы у вас впереди не было смущений. Но прохождение реально стоит посмотреть, потому что это реально... Очень мучительное было прохождение для меня, поскольку я пытался пройти вот этот битый уровень уже не один раз. Там, наверное, с десяток раз набралось. Я пробовал сейчас ее перезапускать, но катсцены не возвращаются. И поэтому здесь, по сути, только прохождение на уровней и на скорость. Все, больше ничего. А нормальное прохождение, оно не дает снова увидеть катсценки, если ты уже прошел уровень. Поэтому ты катсцену вновь не увидишь никак. Так что, ребят, надеюсь, что вам понравится. Поддержите, пожалуйста, лайком. Я понимаю, что, наверное, худший эпизод по Сонику, да и вообще на канале у нас будет. Но я постараюсь выкрутиться как смогу, ребят. Всем приятного просмотра. Твое время почти истекло, наглый ежик. Я приготовил для тебя последний урок в знак уважения. Болезненный урок. О, кого-то заберут в школу, все правильно? Следуй за мной, если осмелишься. Пора ежику показать уроки Шифу. Ребят, говорю сразу, я переиграю вот этот уровень не в первый раз сегодня, потому что очень, ну не сложный, но здесь есть очень много пакостей. Здесь очень много пакостей, уровень реально юридически прямо бесячий. Так, последний кур остался, да? Да, последний. Так. Ладно, давайте туда. Так.
Вот у нас будет сейчас одна проблема, ребят. Здесь с островом бабочек большая беда. Объясняю, в чем соль. Эпизод, наверное, выйдет очень коротким этот. Потому что времени на запись, к сожалению, сейчас немного. Но я постараюсь сделать как можно понятнее. Вот эти бабочки, они очень нестабильные. Они улетают постоянно. Они улетают и все. Видите, они нестабильные. Видите, они просто улетают в сторону. Они улетают, и я ничего сделать не могу. Они нестабильные. Здесь я не могу ничего поделать. Поэтому придется нам убивать ежа сейчас. Активно убивать. Чтобы на ему выпал быстрый переход. Потому что реально уровень поломанный. Уровень очень поломанный. Поскольку уровень поломанный, то есть, получается, есть уровни, видимо, где это нормально, ну, для игры. Я не ожидал, что она будет немножко поломанная, не ожидал такого, но... Может, поэтому игру не взлюбили отчасти. Надо было почитать по отзыву, конечно, но в целом... Сейчас надо накопить там на... Спасибо, обезьяна. Так. Вот здесь сейчас с вами добудем новую жизнь. К счастью, вот этот уровень нам позволяет это сделать. Так. Отлично, одна жизнь у нас запасная есть. Главное не помереть. Попробуем накопить на вторую. Этого я обхожу, его не трогаем. Да ёж, ну серьезно. Ладно, у меня есть, конечно, одна жизнь запасная. Это удобно. Вот эта штука пусть побудет. Я тут сейчас пособираю немного жизней. Точнее, колечек. И кольцо заберу. Я тут платформу уже проходил. И успешно порой. Так. Так. Вот так вот. Бля. Все кольца растерял. Тут надо быть поаккуратнее. Бля! Ну вот опять. Ну идемте, а что еще остается? Я, наверное, даже не буду вырезать. Нет, я вырежу парочку эпизодов, уже вырезал, потому что я записываю очень много. Время кончилось, пушистый ежик. Время подать тебе последний урок в рамках уважения.
последний урок. А кто хочет вернуть меня в школу? Верно. Оно за мной, если все равно. Вот реально, уровень поломанный. Я не знаю, смогу ли я его пройти. Ну, проблем-то быть не должно. Попробую вон туда уйти. А, все-таки на как... На этот островок, да? То есть, по-хорошему, пройти-то уровень несложно. Проблема, во-первых, в бабочках. Они поломаны, к сожалению. И с этим я ничего не поделаю. Скорее всего, это связано с тем, что я еще игру немножко ускорил, а они просто разлетаются очень быстро. То есть, в теории они не должны быть. Может, мне реально сменить настройки, отрубить стиме, но это тогда будет очень медленная игра. Вот на этот полетим. Этот остров богатства. Здесь мы сможем с вами собрать много всего полезного. Так. До конца все не собираю. Так. И прямо на остров. Остров поломанный. Покажу вам сейчас, смотрите. Видите, они просто улетают в сторону. Поэтому давай-ка, ёж, падай в обрыв. Я специально сейчас пока ничего не делаю. Давай, ёж, падай. Тебе помирать только надо. Надо было, наверное, все-таки там побольше жизни собрать, как вариант. Может быть, получилось бы. Так. Вот этот колокольчик, это красное кольцо, я его уже добывал не раз. Так. Так. Обезьяна. Спасибо, обезьяна. Так, добываем здесь запасную резервную жизнь. Так, есть. И побольше колечек соберем. Я иду медленно, потому что здесь краб находится. Мне нужно его обойти. Бля, есть. Так, отлично.
Так. Вот это что-то новенькое. До сюда я не набирался еще ни разу. Давай, обезьяна. Есть. Два, есть. Бля. Так, вот здесь надо быть поаккуратнее. Ну вот, красота, помер. Ну хотя бы дошли сюда и не потеряли ту же... А я не закрепился там, что ли? То есть я собрал эти кольца, а он даже не соизволил сохраниться в той точке. Гребаный ежик. Забудьте про эту скоростную хрень, я пройду так. Так. Главное, Краб, иди сюда. Так. Жалко, конечно, колечко, но... Так. А, да ладно. Вот, жизнь вернул. Жизнь набрали. Я делал специально, ребят, потому что нам жизнь реально нужна. Так, тут зараза одна должна была воскреснуть, но она, видимо, не хочет. Да и хрен с ней. Вы видели, я забрал это кольцо, проблем быть не должно. Все. Так. Так, тут другое кольцо есть. Давайте уже нарвали кольца. Бля. Давай уже. Бля. Есть. Так, сохранились, отлично, у нас с вами одна жизнь. Ох. Если что, я записываю вам в эту субботу все это дело. Так. Так.
стараюсь вторую жизнь набить. Так, есть, набили. Давай уже, ёж. Ладно, не хочет. Давай, 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 давай. Вроде как повезло. Бля, теперь я понял, почему здесь именно так было сделано. Тут халявные кольца, давайте пособираем-ка быстренько. Я пособираю все колечки здесь. Мне жизни сейчас под зарез нужны. Значит, нужно действовать хитро и по-еврейски. И тут парочка, по-моему, была. Я полагаю, финальный босс будет рыба, да? Иронично, кстати. Есть, отлично. Нет, 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 нет. Да куда ты? Я прошу тебя перепрыгнуть, тупица ты. Ежиная. О, это самый большой длинный уровень будет у меня. Собираем все. В общем, я понимаю, что рыба тут относительно опасна. Она пока не будет нападать. Она будет только острова взбалмывать. Да бля, я... Почти. Ну ладно, мы сам собрали эту жизнь запасную. Бля. Собираем все. Надо выжить здесь как можно больше. Он вот просто реагирует на них. Он просто зациклен на то, чтобы их бить.
Так. Попробуем достать, получится ли? Есть. Я забираю каждое колечко здесь. Да, у нас сейчас с вами 3 жизни. Мы поднакопили неплохо, но... Я не хочу ничем рисковать. Есть. Так... Хит-парад акульих пастей. Это уже финальный босс. Ты прошел урок, а теперь давай сразимся. Ну давай, Шифу. Фруктовый ты наш. Ой, так, пожалуйста. Идем к Шифу. Отлично, я попал по вам, мастер Шифу. Мы с трудом прорвались, ребят. Это самый сложный для меня уровень, поэтому... Потому что он глюченный. Мастер Шифу, я вас вижу. Мастер Шифу проиграл. Кстати, если что, вы слышали, он сам это сказал. Он сам сказал Шифу. Он сказал Шифу. Ну ладно, прорвались и с трудом, но прорвались. У нас есть общая проблема. Настолько большая, что нам потребуется усилия обоих, чтобы ее преодолеть. Ни за что. Я же говорил тебе, мы справимся с этим сами. Это может быть и правда. Но мятежным свиньям завладели моим устройством. И они используют его способом, для которых он никогда не был предназначен. А для чего оно было создано, доктор? Предполагалось, что оно будет извлекать энергию из нашего мира, но машина нестабильна. После того, как он достиг полной мощности, его невозможно будет выкрупничить. Он осушит наш мир. Так вот о чем говорила Эми. И ты просто хочешь разбить его, не так ли? Ну да. Что? Я всегда так делаю. О, ты всегда отвечаешь на это, ежик. Если вы хотите создать катастрофический взрыв, который испилит все в радиусе 100 миль, то да, пожалуйста, разбивайте. То есть, выключателя нет? Нет, больше нет. Мне нужно добраться до машины и перепрограммировать последовательность выключения. Я снабжен мозгами, а вот ты предоставишь мне силы, чтобы пройти мимо Зетти. О, ты так мило просишь об этом. Молодец, приятель. Спасибо. Да хватит, Тейлз. Мне самому не нравится работать с моими самыми сгневшими врагами. Но на кону стоит наш мир. Ну да, объединиться с тобой похоже на конец света, Эггман. К тому времени, как мы закончим, мне придется принять душ. Что ж, ребят, буду сейчас дозвучивать обе анимации для вас. Ну а с вами был Вескер, Амбрелта Чинг. Спасибо всем, кто смотрел под уровень. Он вышел, наверное, коротким для вас, но поверьте, я здесь вожусь уже 2 часа. Просто вот этот уровень оказался очень сломанным.
Ой, но мы прошли все-таки, и это хорошо. Что ж, ребят, пишите ваши комментарии, что думаете по поводу этого уровня. Было ли у вас такой же, или все-таки это чисто специфика у меня такой ситуации. Но так или иначе, с вами был Голос Доктора Роботика. До скорой встречи, пока, удачи. Увидимся.